Доброго вечора, шановні телеглядачі. На телеканалі «Сміле ТВ» депутатський канал програма «Наголос». Ми спілкуємося з депутатами різних рівнів – міської, обласної і, дай Бог, колись і Верховної Ради поспілкуємось. Сьогодні в нас в гостях Наталя Михайловна Тєріхова, депутат Смілянської міської ради від Аграрної партії. Тєріхова Наталя Михайлівна, 1951 року народження, депутат Смілянської міської ради від Аграрної партії України. За фахом інженер-економіст. Працювала з 1975 по 80 рік на Смілянському радіоприладному заводі, з 1980 по 2000 рік викладач Смілянського коледжу харчових технологій, з 2000 року по теперішній час приватний підприємець. Добрий вечір, Наталя Михайловна. Ви нещодавно повернулися із Польщі. Ви були у складі офіційної смілянської делегації, яка впродовж тижня працювала у наших сусідів зі Заходу. Що було цікаво? Чому ви туди поїхали? Що це була за візит? Що це була за делегація? Ну, ви знаєте, називати це офіційною делегацією, це громко сказано. Мене пригласив прийняти участь в цій поїздці Олександр Дем'янко, який до некоторого часу був руководителем громадської ради. И объяснил, что это организация, которая приглашает несколько человек из маленьких городов. В этой составе этой делегации должны быть представители администрации, представители общественной организации, представители депутатского корпуса. Поэтому мы поехали втроем. Я очень благодарна Александру Демьянко за то, что они нас пригласили, потому что эта поездка принесла, скажем так, в познавательном плане и в плане планирования дальнейшей своей деятельности нам очень много. Всем троим. Мы ездили, представитель от администрации Наталья Карпенко и представитель от общественных организаций Лариса Ратиева. Какая была главная мета поездки? Основной целью этой поездки было ознакомление с польской системой активизации гражданского общества и работы общественных организаций с администрацией городов, областей, районов. Як у Польщі, як у наших сусідів, це налагоджувано і чим різниця від нас? От співпраця адміністрації міста і громадської організації. Ну, я немножко скажу о том, вообще о самой поездке. Конечно, поездка это была в рамках программы «Окно на восток». Это европейская программа, и она финансируется европейскими организациями. И мы 4 дня были, 6 дней были в разных городах. Мы были в Белостоке, Сувалках, Млаве и Варшаве. В каждом городе... Я прошу, это невеличкие места? Белосток – такой город, как Черкасы. Сувалки – такой город, как Смела. Млава – 30 тысяч. У нас были там, допустим, Щегрина и Сумани люди. И, то есть уже могли подчеркнуть для себя что-то. И, ну и Варшава, это мы были уже в министерстве, да, это как подведение итогов. Везде были такие полноценные визиты. Мы каждый день встречались. У нас было 4 встречи каждый день, 2 до обеда и 2 после. Это были такие полноценные визиты. Это в первых лицах. Это был мэр города или заместитель мэра. Были его заместители, были представители депутатского корпуса и представители общественных организаций. Это такая очень хорошо подготовленная встреча была. То есть на первом этапе администрации города рассказывала о системе хозяйствования в этих городах, о том, каким образом принимается решение в этих городах, кто и как влияет на принятие решений, как распределяется бюджет, как формируется бюджет. То есть вот такие вопросы, которые для нас были достаточно интересны. Но я хочу сказать, что если основной целью ознакомления была работа с общественными организациями, то меня эта форма, вот сказать, что она меня впечатлила, это ничего не сказать. Она меня просто поразила, потому что уровень активности и уровень развитости гражданского общества в Польше очень высокая. Причем это не говорим мы о каких-то определенных слоях населения. Это все слои населения принимают очень активную роль в управлении государством, и даже не государством, в управлении жизнью в своем городе, в улучшении жизни в своем городе. Вы знаете, я хочу сказать, что, например, меня всегда поражало у нас здесь, что почему-то люди считают, что о них должны кто-то заботиться гораздо больше, чем они сами о себе заботятся.
В последний вот такой был пример, это когда в городе пошел снег, в начале января были заносы, выйти из дома было невозможно. И хочу вам сказать, что я живу в доме, где 11 подъездов. Я когда вышла из своего подъезда, мне только ленивый не сказал, почему я не почистила снег в нашем дворе. Хотя это понятно, все прекрасно знают наши реалии, что у нас всего там 3-4 машины, что дороги занесены, что их нужно убрать. И естественно, что в каждом городе, в каждом дворе невозможно убрать централизованно этот снег. И почему-то никому даже в голову не приходило, что можно просто взять две лопаты от подъезда и расчистить этот снег во дворе для себя же. И вот Польша в этом плане, она, ну, я не знаю, как им это удалось, хотя мы пытались спросить, как вот это, всегда ли так было, но они говорят, что нет, это было не всегда так, и действительно, с уровнем развития государства и параллельно, в общем-то, идет и уровень развития гражданского общества, активности гражданского общества. Ну, например, как осуществляется принятие решений в польском городе? Вообще, польская система, она разделена государственная, ну, приблизительно так. Значит, гмины – это самая низшая часть, это маленькие города или большие города, то есть это управление на низшем самом уровне, там, где живут, естественно, люди. Поветы – это районы в нашем понимании, и воеводство – это области. Сейчас они, кстати, рассматривают такой вопрос, чтобы вот это среднее звено поветы убрать, потому что оно якобы лишнее. Значит, они друг другу не подчиняются. Каждый из них формирует самостоятельно свой бюджет распределяет этот бюджет в соответствии со своими нуждами. В принятии решений берут участие мэр и представители общественных организаций. А депутатский корпус утверждает это решение. Ну, как и у нас, у них есть такое предположение, что депутаты лоббируют интересы собственных партий, и поэтому они вот в этой системе принятия решений, они в последнюю очередь на них опираются. Считается, что руководство города и общественность города, они идут к одной цели. Они даже пишут планы и сравнивают их. Эти планы приблизительно одинаковые. Они должны выйти на какой-то определенный этап. И они друг другу помогают в этом. Мы задавали им такие странные вопросы по их мнению. Ну, например, как вы считаете, вот мы распределяем, куда пойдут какие-то деньги. Как вы считаете, а может быть это кто-то заинтересованное лицо советует вам эти деньги направить, например, на решение какой-то задачи. Или вот есть несколько проектов, нужно выбрать один из них. Они выбирают независимых экспертов. А как вы считаете, как вы определяете, действительно ли они независимы? И мэры нам сказали, что вы знаете, у нас вся система построена так, что мы хотим услышать мнение общественности. Если бы мы не хотели это, мы могли бы найти тысячу причин, сказать, что эти эксперты нелегитимные, или вот это решение неправильно, но мы хотим услышать мнение общества. И поэтому мы всячески поощряем общество для того, чтобы они высказали свое мнение. Какие же общественные организации, почему они так важны? Общественных организаций, ну, я хочу рассказать, например, на примере такого города, как Сувалки. Это приблизительно такой город, как Смело, 70 тысяч населения. И вот у них общественных организаций, ну, если я не ошибаюсь, где-то около 400. То есть очень много. Какие общественные организации? Я даже не представляла, ну какие могут быть общественные организации в таком количестве. Ну это, например, они нам объясняют, Польша, как и Украина, это город пожилых людей. Значит, общественные организации пенсионеров создаются. В школе общественные организации, которые занимаются в основном там принятием определенных решений в городе, кстати, и очень активно они занимаются волонтерством. Это очень престижно. Я сразу вспомнила, как в моем далеком детстве были всякие юные тимуровцы там, или что-то такое, которые помогали бабушкам, там, переводили их через дорогу, копали им огород. И это действительно так и делается. И это престижно, и это лучших волонтеров чествуют там определенным образом. То есть это всячески поощряется. Организации филателистов, организации членов ОСББ по-нашему, организации,
автомобилисты там, и так далее. Будь-які. Потом они, значит, все эти общественные организации финансируются, ну как, получают помощь города. Ну каким образом? Например, им дают бесплатное помещение, чтобы они могли встретиться. А в некоторых городах, вот в Сувалках, например, вот это помещение, это большое помещение, которое выделено всем общественным организациям. Там есть оргтехника, там есть интернет, они могут всем этим пользоваться бесплатно. Кроме того, значит, и они принимают какие-то решения. Ну, например, то, что мне близко, например, организация пенсионеров. Мы встретились с людьми, которые, вы знаете, ну, назвать их пенсионерами даже как-то вот неприлично, потому что они очень активные, живые такие, хотя в возрасте. Вот мы встречались, есть люди там 55 лет, а есть и 75 лет. И они решают такие задачи, ну, например, у них есть такое понятие, как телефонный терроризм, точно так же, как и у нас. Звонят пожилому человеку и говорят, с вашим внуком там что-то случилось. Или, например, там приходит кто-то к ним в дом и говорит, я сантехник, и заходит, а это оказывается жулик. И вот они разработали такую памятку для пенсионеров, что должен знать пенсионер, чтобы не попасть в вот такую ситуацию. Город помог им в своей типографии распечатать эти памятки, и эти памятки были розданы пенсионерам. Кроме того, есть люди с ограниченными возможностями или люди, которые живут одни и больны, и они разработали тоже вот такой лист, который лежит у каждого такого человека в холодильнике, и скорая помощь знает, что он лежит, где написано, чем он болеет на всякий случай, какие лекарства он принимает, в каких дозах и так далее. То есть это, в принципе, это ничего не стоит, это в чистом виде вот такая вот живая помощь. Кроме того, они проводят, ну, город проводит для них лекции, встречи на исторические темы, на культурные темы, у них есть вечера, они занимаются спортом, ну, в посильном виде. Они устраивают собственные выставки, потому что пенсионеры там могут вышивать или рисовать, или что-то еще. Вот. И все это, скажем так, они, то есть они общаются, и они выбирают потом самых активных или людей, которые они считают, что они могут представлять их интересы в совете городском. И существуют выборы, например, из всех этих организаций выбирается, ну, грубо говоря, я не знаю там сколько, например, 10 человек, и все представители этих общественных организаций создают такой совет общественных организаций, который вместе с мэром обсуждает или принимает участие в обсуждении и принятии решений по поводу там, финансирования или каких-то мероприятий, которые в городе происходят. Но я вам хочу сказать, что у меня, например, мы встречались с 4 мэрами, и меня поразила фраза, и не только меня поразила фраза, когда мэр, например, нам говорит, что вы знаете, что мы очень рады, что наши жители такие беспокойные и такие активные, и им постоянно от нас что-то надо. И это же прогресс для города, ведь внизу, вот там, где они живут, это гораздо более видно, что им нужно, а не то, что, допустим, мы сделаем. То есть из этого всего, конечно, у меня вывод такой, ну, в наших реалиях. Да. Что реально застосувати, то, что вы побачили в Польщі, что реально застосувати в Смілі? Ну, наприклад, тут ви кажете, та ж сама громадська рада – це представники громадської організації нашого міста, але ж, наскільки мені відомо, співпраці з міською владою майже немає. Ну, а ви знаєте ці організації? От перечень, ви знаєте їх, да? 10 знаю. Я знаю. З 10. А я не знаю, например. Я не знаю и не слышала. Вот знаю, потому что с Ратиевой пообщалась, знаю. Вот Саша Демьянко пообщалась, знаю. Так я не слышу этих организаций. Их голоса нету. Они, ну, скажем так, я не могу обо всех организациях сказать, но у меня такое впечатление, что наши общественные организации, это такие сателлиты при определенных партиях, которые при выборах там или еще что-то такое активизируют несколько свою деятельность, и все. Больше ее нету. Но может быть... Я далека от мысли, что никто ничего не делает. Просто я хочу сказать, что насколько я, простой обыватель, знаю об этих организациях. Я вам могу сказать еще один вопрос. Почему общественные организации такие популярные? Сейчас есть очень много грантов, которые выделяются не кому-нибудь, а именно общественным организациям. Вот, вы знаете, я разговаривала с Ириной Огус, которая занимается библиотеками, она говорит, вы знаете, нам приходит столько информации по
В общем, есть такая организация ГУРТ, которая занимается именно распределением грантов. Но мы не можем их получить, потому что их получает только общественная организация. Спрашивается, а в чем же дело? Создавайте общественную организацию, делайте проект, выставляйте этот проект на конкурс и получайте эти гранты. Я разговаривала с Викторией Феофиловой, которая занимается распределением грантов в Черкасах. Она говорит, у нас много заявок общественных организаций на эти гранты. Мы рассматриваем их. Может быть, там большие суммы, может, небольшие. Но она приводит пример. Например, приходит заявка из какого-то села сделать детскую площадку. Небольшая сумма, 30 тысяч гривен. Но много заявок на установку этих детских площадок. Но она посмотрела перечень. Вот в перечне заданий, которое поставило село перед собой, вот эта детская площадка шестая в списке, а остальные пять, первые, уже выполнены. И она говорит, у нас даже не было сомнений, кому дать этот грант. То есть открываются эти двери, в которые стучат. Чем больше эти организации, тем больше, чем больше они будут привлекать эти гранты. У меня есть информация о том, где можно поучиться для того, чтобы определить, где взять сайты, какие, как обратиться, как написать вот этот проект на получение гранта. Чем больше общественные организации будут получать на свои собственные нужды эти деньги, тем меньше этих денег нам нужно будет выделять для них из городского бюджета. Ну, теперь вот по тому вопросу, что вы задали, что можно сделать у нас. Ну, на первый взгляд, при нынешнем дефиците бюджета ничего нельзя сделать, потому что мы материально ничем не можем их помочь. Но это так только на первый взгляд. Потому что у нас есть очень много таких вещей, ну, например, наши библиотеки, которые являются священной коровой, и которые нельзя тронуть, потому что мы сразу, нас обвиняют сразу в том, что мы занимаемся дебилизацией населения. У этих библиотек есть большие площади, которые, ну, что греха таить, они, скажем так, не 100% загруженные. Но если мы их не, скажем так, не убираем, чтобы не заниматься дебилизацией населения, то мы можем расширить их функции. И на базе, например, мы же все равно, наш город оплачивает, ну, город через, например, через отдел культуры, оплачивает аренду, оплачивает, ну, аренду там одну гривну, да, ну, энергоносители и так далее. Почему бы нам на этих площадях не разрешить общественным организациям проводить свои мероприятия? Мы же не можем, например, тем же пенсионерам повысить пенсию. У нас нет такой возможности. Но мы можем дать им возможность пообщаться, можем дать им возможность принять участие в общественной жизни. Мы можем дать им возможность почувствовать себя нужными обществу. А это, в общем-то, поверьте, немало. Я смотрю вот по нашему микрорайону. У нас большой микрорайон по возрастному цензу. Это район где-то, ну, процентов на 60, это пенсионеры. Но я просто знаю всех этих пенсионеров, они образованные люди, они к чему-то стремятся, они чего-то хотят. У них, например, очень многие дети уехали за границу и живут там, они подарили им гаджеты какие-то, чтобы общаться. Они не могут общаться, потому что они не могут работать на компьютере. Почему бы не сделать для них вот такие два раза в неделю курсы для того, чтобы обучать их работе? Те же самые библиотеки. Совершенно верно. Працівники библиотеки, да. Це можуть робити. Да, это могут делать працівники библиотеки. Или развивать систему волонтерства, почему нет? Вот тоже можно. То есть я хочу сказать, что я, ну, я присутствую в сетях, там в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, и я вот читаю, что там написано. Ну, у нас страна советов, понимаете? Да. У нас раньше все люди были большими специалистами в области футбола и медицины, а теперь они еще все большие специалисты там в стратегии и тактике ведения боевых действий и в экономике. Вот. Мы тоже задавали этот вопрос. Вот у них идут, например, перед принятием решения общественные консультации. Ну, я сразу представила себе, чтобы у нас было написано в плане общественных консультаций. Спрашиваю, кто принимает участие и какие отзывы вы слышите. Не просто ли это разговоры? Нет. Люди этим занимаются. Как правило, это специалисты, которые, например, если выдвигают какую-то идею, они обязательно занимаются обоснованием. И это четко прописано вот, в правилах этих консультаций в городе. Ну,
цікаво. Вже цікаво. Да. Вже навіть кілька цих пунктів, які ви назвали, це реально, як на мене, реально. Ті ж самі курси для пенсіонерів вполне реально. І громадські організації, безумовно, треба щось робити. Щось робити, це точно треба. Ну, дуже хотілося б, щоб этот визит не прошел зря. У нас поступило даже предложение от мэра города Сувалок, у которых нет города-побратима в Украине, чтобы рассмотреть и этот вопрос. Ну, не знаю, как получится, но, по крайней мере, мы тоже будем работать в этом направлении. Дякую, Наталья Михайловна. Дуже цікава розповідь, дуже цікаво вийшло в нас інтерв'ю. Дякую вам. Шановні глядачі, це був проект «Наголос», депутатський канал. Сьогодні в гостях у нас була депутат Смілянської міської ради від Аграрної партії Наталія Тєріхова.